Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 470. Запишите 10 делителей числа А. Это число равно произведению 32 умножить на 24 умножить на 21. Итак, давайте попытаемся найти делители этого числа, используя свойство делимости. Если число делится на первое число делится на второе, а второе, в свою очередь, делится на третье, то первое число делится на третье. Давайте узнаем, на какие делители могут быть у чисел 32, 24 и 21. Итак, А, естественно, делится на 32, потому что один из множителей, в частности 32, делится на 32, значит, все произведение делится на 32. Делится на 24. Делится на 21. А теперь давайте смотреть. 32 делится на 4, например. Значит, и А тоже делится на 4. 32 делится на 8. Значит, и А делится на 8. 24, например, делится на 2. Значит, А тоже делится на 2. 24 делится на 3. Значит, А тоже делится на 3. 21 делится на 7. Значит, А тоже делится на 7. 24, например, делится еще на 12. Значит, и А делится на 12. 32 делится на 16. Значит, и А делится на 16. Ну вот мы назвали 10 делителей числа А. Давайте выберем из них простые и составные числа. Итак, простые. Число 2, 3, 7. Все остальные делители, которые мы назвали, являются составными. 32, 24, 21, 4, 8, 12 и 16. Можете ли вы назвать еще какие-нибудь делители числа А? Действительно, можно назвать еще делители числа А. А для этого можно разложить произведение, ну, например, на простые множители. Итак, давайте. 32 умножить на 24 умножить на 21. 32 – это 2 умножить на 16. 24 – это 2 умножить на 12, например. И 21 – это 3 умножить на 7. 2 умножить 16 – это 2 умножить на 8. Умножить на 2 – 12. Это 2 умножить на 6. Ну и 3 умножить на 7. 2 умножить на 2 умножить. 8 – это 2 умножить на 4 или 2 умножить на 2 умножить на 2. Три раза умножить двойку на саму себя. Умножить. Дальше идет 2 умножить на 2. Умножить на 6. А 6 – это 2 умноженное на 3. Умножить на 3, умножить на 7. А вот теперь все возможные комбинации произведения данных множителей и будут являться делителями данного числа. Например, давайте напишем еще несколько делителей. Делителей числа А. Составим, например, такую комбинацию множителей. 2 умножить на 2 умножить на 2 и умножить на 7. 2 умножить на 2 умножить на 2 – это 8. 8 умножить на 7 – это 56. Значит, делителем числа будет являться число 56. Или 3 умножить на 3 и умножить на 7. 3 умножить на 3 – 9. 9 умножить на 7 будет 63. Это тоже делитель. Или, например, комбинация 2 умножить на 3 – 6.
2 умножить на 7. 14. И таких комбинаций можно сделать множеством. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.